GMT, дорогие друзья, к вашим услугам. Гостевой дом Ева. Это Песчаная, 13. Еще одна из ближайших улиц к морю. Здравствуйте. Сегодня у нас на обзорчике гостевой дом в GMT, о которых вы постоянно просите. Ну, вот уже второй в этом году, даже третий мы снимаем для вас. Здесь 20 примерно метров до моря, то есть ближе просто некуда. Этим именно и славится GMT, о том, что здесь можно отдыхать настолько близко. Рядышком, смотрите, столовая. Но об этом, я думаю, позже, то есть магазинчики, пятерочки, магниты, все в шаговой доступности. Итак, мы заходим. Песчаная, 13. Вся нужная для вас информация будет под видеосюжетом. Номера телефонов, там все. На входе имеется многомойка, сам только что помыл ноги, такой красивый, классный стал. Работает он под давлением, хороший брызгалка. Есть в аренду колясочки. 100 рублей, допустим, можно взять и с коляской проходить эти 200 метров. Там настилы и хороший пандус для заезда имеется. Далее, заходим во дворик. Дворик очень интересный. Здесь отдыхают в основном семьи с детками. То есть, с левой стороны у нас есть место, чтобы погладить. Имеется стиральная машинка за отдельную плату. Это единственный момент, за который вам придется доплатить, и стоимость такого будет 150 рублей с их порошком и мылящими средствами. Здесь у нас кухня. Имеется две плиты, две, так сказать, резочные, варочные такие поверхности, да? Весь набор посуды, микроволновка. Кухня работает до 10 часов, и просьба убирать стол с собой. На каждом этаже имеются чайники, которыми вы можете воспользоваться для того, чтобы тебе подогреть кипяточек там, ну, или каких-нибудь чаечки заварить, детский стульчик, и идем далее. Что вот вообще примечательно, это то, что везде, к каждому номеру имеется свой стульчик, столики. Вот такое вот оформление всех зон. Это альпийская горочка. Под журчащие звуки воды выглядит великолепно. Здесь мы проходим далее во двор, на котором вы можете воспользоваться. Также бесплатно есть детские аттракциончики. Вот. Вам весело? Ага. Ага. Вдвоем играете? Да. Да. На море были сегодня? Да. Купались, что ли? Да. А теплое море хоть? Да. Да, да. Вы всегда говорите «да»? Да. Молодцы. Так. Здесь, смотрите, мангал, да, с подсветкой, то есть вы можете приготовить себе шашлычки, будет интересно. И здесь еще одна вот такая составная, таких вот камушков, тоже альпийская горка с подсветкой. Тоже выглядит все очень круто. И здесь есть у меня моя подписчица. Здравствуйте. Как вас зовут? Юля. А откуда вы? Питер. Из Питера приехали, отдыхаете, говорит, каждый год туда. Да, каждый год. Любители данного гостевого дома. Да. Вы хотели кому-то привет передать? Да, я хочу привет передать Питеру Алапаевску, любимым родителям, своему любимому мужу Лешеньке и дочке старшей. Понял. Пару слов, как он идет? Здорово, очень здорово. Сколько лет отдыхаете? Ой, я с 4 лет каждый год здесь отдыхаю, поэтому 23 раза я здесь была, и пока что этот дом гостевой самый лучший. До моря сколько ходите? До моря? Вы с ребенком, ну, так же понимаете, по-честному говорите? То есть, да, вот, я с ребенком, с коляской, ну, минут 10, ну, максимум 15. То есть, 200 метров с коляской, с ребенком, это прям самый медленный, наверное, шаг. Да, ну, мы спокойно идем, ну, здесь очень близко. Какие плюсы-минусы? Я минусов не знаю. Мне здесь очень нравится. Тем более мы живем в эконом, у нас с ребенком. Очень комфортно. Соседи хорошие. И Вова следит всегда, ну, хозяин. Помогает. Да, ну, помогает. В магазин сходить там. Ну, недавно у меня ребенок приболел немного. Вова сбегал в аптеку, то есть, ну, хозяин принес мне лекарства. Но я одна без мужа в этом году прилетела, поэтому... Ему привет огромный. Да, ему все. Огромный привет, спасибо. Благодарю вас за отзыв, вам хорошего отдыха, чтобы не болели, а наоборот только оздоравливались у нас от души. Да? Молодцы. Давайте посмотрим номера, какие варианты размещения здесь. То есть, смотрите, здесь можно поселиться, есть стандарты, да, в которые мы сейчас с вами пройдем, посмотрим. На каждом этаже, каждому номеру есть свои стульчики, столики. На каждом этаже имеется, вот видите, непосредственно чайничек, то есть и какой-то набор посуды. Также они имеются в номерах. Такой вот номер, это большой номер для 4 мест.
Если позвоните, скажете, что от меня, вам сделают еще и скидочку, как говорится, как по промокоду Азаровский. То есть обращайтесь. Многие всегда переживают, что маленькие холодильники. Вот вам большой холодильник, набор посуды к этому номеру. То есть полотенчики, телевизор, сплит-система. Все имеется в номере. Также вот такие вот подсветочки стоят по бокам. Вдруг вы хотите, не знаю, что-то подсветить себе. Здесь имеется шкафчик, зеркало, которое просит вашего лайка постоянно. Не забывайте об этом. Друзья, здесь у нас санузел. Так. Раковина. Хорошая многомоечка. Имеется везде тазики, там что-то сполоснуть, если вам надо. Побрызгать, если вдруг что-то произошло не так. И... вот, хотите один, хотите вчетвером, приехали, отдыхайте. Здесь вот набор именно стандартов от 2 до 3 идет. То есть там номера 2, 3, 4 местные. Поднимаемся еще выше на 1 этаж. И посмотрим, что у нас здесь есть. Вот здесь есть у нас классный мальчик, который только пришел с моря и рассматривает свои ракушки, да? Как там водичка? Купался? И брызгался, что ли? Всех намочил на пляже? Не всех? Ну ты старался, да? Так, смотрим. Нет. Еще и нырял. У тебя маска есть, что ли? Нет, так. Ага, красавчик. Ты прям как я. Так, столики, повторяю, есть вот возможность подсушить. Все заплетено виноградом, создает великолепную тень. Здесь, на этом этаже, имеется даже небольшое кухонное отделение. Микроволновочка, чайник. Я думаю, что набор посуды также есть. Да, ну, самое главное, рюмашечки. Все для вас, для вашего удобства. И давайте посмотрим, здесь у нас ну, трехместный номер. Расположение имеется. Туалет, помывочная зона, такая вот двухспальная кровать, окошко в небо со звездным небом. Если вдруг мешает, то оп, так закрылись и все хорошо. Еще одна кроватка, телевизор, сплит-система. В общем, полный комплект, набор всего, чего вам только может понравиться. Здесь у нас санузел, раковина, туалет и помывочная зона. Чистенько, комфортненько, классненько. Что еще надо для того, чтобы получать максимально хорошие эмоции от отдыха здесь у нас? Так, тебе главное не перепутать. Тут еще один был свободный номер, не зайти к кому-нибудь в гости случайно. Нет никто? Да. А здесь у нас, ну, также трехместный, только просто без кресла номер. Также с таким же окошком. Захотели — открыли, захотели — закрыли. Имеется шкафчик. Имеется сплит-система. Розетка, телевизор. То есть это тоже хороший, крепкий стандарт. Тоже не маленький холодильник. Не для галочки, как я их называю. Набор посуды для вас. Телевизор. То есть все. Мыльно-рыльные какие-то принадлежности. Отлично. То есть стандарты мы посмотрели, вы запомнили. От 2 до 3 тысяч, в зависимости от того, сколько там мест в номере можете заехать. Также на 3-м этаже хочу вам показать еще один номер. Такой вот номер. Смотрите, на входе шкафчик. Здесь полноразмерный холодильник, набор посуды, переносочка. Если вдруг вам понадобится, санузел, туалет, раковина, все-таки большая помывочная зона, работает вытяжка. И здесь можно вот выкатить столик, поставить телевизор, матрасик, кстати, очень хороший, упругий. Хозяин говорит, что все новые матрасы, беспружинные, и, допустим, 2-2, и разложить, и такое вот мансардное окошечко. Но вдруг вы хотите отдыхать долго, и вам там личный санузел не особо важен и нужен, то есть возможность отдыхать по, так как мы вот сейчас встретили нашу подписчицу, да, экономом, да, получается, что у вас общий будет душ, туалет, что номера непременно все однотипные, и давайте один из них мы с вами разглядим. То есть здесь на троих, звоните, говорите, мы от Азаровского, вы обещали скидки, делайте.
Я, допустим, когда приезжал на море, мне вот без разницы, в номере там душ, не в номер, выйти и не сделать свои дела, там мыться можно, тем более вы на море ходите, то есть стеснение уже все должно было пропасть. А, то есть холодильничек имеется, вентилятор, тут не сплит-система, не кондиционер, вентилятор, обратите на это внимание, телек тоже как бы жидкокристаллический, или как они называются, возможность подсушить свои вещи, также виноград у вас входит в стоимость. Собственно, зона для того, чтобы приготовить себе покушать на этом этаже, также имеется раковина, микроволновка, чайник, повторяюсь, на каждый этаж. То есть доступность не в каждом номере стоит, ну вот сюда пришли, сделали свои дела. Как выглядит санузел для этих номеров? То есть вот она вам помывочная зона, вот вам туалет. Симпатично, хорошо, бюджетно. Да, 200 метров до моря. То есть не реклама, ну просто, ну классно же на самом деле. Ой, и единорожки, то есть это подстаканники их называют, то есть они плавают, чтобы туда можно было стаканчик поставить. На этом, я думаю, все. Я надеюсь, что все аспекты данного гостевого дома я охватил, вам все рассказал. Если вдруг есть желание приехать отдохнуть, номера телефонов под этим видеосюжетом, давайте я вам продемонстрирую путь до моря, сколько он занимает. Ну, я, как всегда, хожу немножко дольше, поэтому не переживайте, вы будете ходить еще быстрее. Если с ребенком, если вообще прям никуда не спешат, то еще ближе, хотя ближе некуда. Мы отправляемся от этого гостевого дома 220 метров до моря. Я постараюсь сделать максимально полезную и интересную прогулочку и поменьше делать остановочек. То есть столовая Б-52 с левой стороны, можете посмотреть. Здесь пересечение улицы Песчаной и первого проезда. Если вам нужны какие-то гипермаркеты, то проходим квартал в ту сторону. Там у нас Пятерочка, там у нас Магнит находится, винный магазин, Магнит Косметик. Здесь у нас разнообразные фруктовые точки, вещи, купальники, продается все что угодно. С правой стороны. Здравствуйте. Как отдыхается? Это самое шикарное, самого лучшего вам отдыха. Фруктовые точки здесь, вот в столовой уже запустилось. У нас сейчас время 9:17. И двигаемся дальше. Подписчиков GMT отдыхает просто огромнейшее или огромнейшее. Как, кстати, правильно, напишите в комментариях. Количество. Еще одна столовая. Ели, пили. Разнообразные крема, детские игрушки, майки, еще одни фрукты, овощи. То есть все, что вам только может понадобиться. Справа тоже фрукты, овощи, арбузики, дыньки. В общем, а здесь проблем с каким-либо там достатком у вас не будет. GMT – это такой более тихий, спокойный отдых. Хотя и есть клим тот же самый, в котором можно потанцевать. Есть ресторанчики. Допустим, вот гриль-бар вам. Можно прийти что-то вкусное, необычное съесть. Кафе «Ромео». Сейчас будем проходить, я вам покажу, где самый лучший шашлык в этом году, который я в GMT пробовал. Еще одна столовая, пожалуйста, вам. То есть, сколько хотите, их у нас много. Сувениры, опять-таки, фрукты, овощи. Здесь у нас тоже фрукты, овощи, дыни, виноград. Тоже все, что вам только может пригодиться и может не пригодиться. Вы можете садиться на самолет, прилетать сюда в одних, грубо говоря, трусах, брать кредитку, потому что везде есть у нас онлайн-перевод, но телефон надо, да? Либо оплата по карте. Это улица Виноградная. Мы в пути уже 2 минуты, секунд 30, в которых я стоял, рассказывал, где находится Магнит. Здесь у нас тоже фрукты, овощи. Можно чуть, наверное, притормозить, спросить. Здравствуйте. Дешевеет все или нет? Ну, положи на секундочку, расскажи нам, перезвонишь. Почем у вас? Слушаю вас. Добрый день. Цена вопроса, расскажите, на фрукты, овощи. Сегодня вообще упала картошка у нас 25 рублей, ага. Лук 30 рублей, капуста 20, огурцы 60, ага. Яблоко 80, помидоры 70, слива 80. Местная? Местная наша. 80. Угу. Клубника вообще шикарно. Снимают, люди увидят, что такое кубанская клубника. Цена? Настоящая. Лоток 150 рублей. Угу. Абрикосы армянские. Сколько? 150. Черешня? Черешня 150 тоже. Персики? 120. Нет. Виноград 180. Груша 180. Нектарин вот узбекский. Это. Угу.
120 рублей. Клубнику снимите, пусть посмотрит. Так, и арбузики? Арбуз 30 рублей. Дыни? 50 рублей желтый. Дыни? 50-40. Все, понял, хорошей работы. Приезжайте. Люди, приезжайте. Так, минуту мы тут потратили, ребята, вы читайте, то есть две с половинки, пускай две минутки, мы сейчас двигаемся в сторону моря. Вы сейчас просто очень удивитесь, за сколько здесь можно дойти до этого моря. Гира, шаурма, то есть мы по гостевому дому ходили гораздо дольше, чем здесь будет время добирания. Разнообразные шапочки, маечки, то есть все, что вам только хочется и может понадобиться. Здравствуйте, как отдыхается? Сегодня только идете, да, на пляж? Че так поздно? Выспались последний день. Ай, хорошего вам отдыха и легкой дороги домой. От души, ребята. Так. Здесь у нас 7-й континент, экскурсионные точки работают. Полянка столовая, неоднократно ее показывал, тоже есть на канале. А, с левой стороны еще одна столовая. Это, знаете, мне писали, что в Анапе негде поесть, все закрыто. Слушайте, у нас все открыто, все работает везде, абсолютно. Столовая новая, новая столовая. Тоже снимал недавно, можете посмотреть на канале. Есть полный обзор, как бы прошли во все столовые, посмотрели цены, что, где, как, почем. Чтобы вам было интересно. Здесь готовят самый вкусный шашлык. Ну, они что-то еще только разгадываются. Доброе утро! А, вот, сам свое ест. Молодец. Как ваше? Ничего. Заходи. Нет, я пошел до моря, пока нет времени. Подожди, тут у тебя подписчики хотят с тобой видеться. Увидимся, пускай мне напишут, позвонят. Позвоню, одна здесь живет, хочет спускаться. Нет, сейчас не успею. Я сейчас на море иду, хочу в ту сторону. Как просит GMT побольше показать, а я не успеваю. Приду еще, приду, обещаю. Не знаю, приду, не могу точно сказать. Так, вот так вот, подписчики живут, хотят встречаться. Ребятки, вот сегодня от GMT. Я, честно, я же предупреждаю, когда, куда я пойду, поэтому немножко более внимательно поглядывайте видеосюжеты. А так, сегодня вечером у нас Анапа в прогулке. Здесь у нас разнообразный торговый ассортимент. Здравствуйте. Давайте только пройдемся, хочу до моря узнать, сколько идти. Как вас зовут? Алла, меня зовут. От Ставропольский край. А где здесь отдыхаете? Мы идем в Славе. Рядышком, понял. Я тут немножко другое снимаю. Здесь 2 минуты, ну 3 минуты до моря, поэтому интересно, за сколько дойду. Ну, 4 получилось, да? У меня. 220 метров, да. Ух ты, что. Вообще шикарно, да, место? Здесь, кстати, тоже ресторан, где можно вкусные морепродукты есть. Кому-нибудь приветик? Казинке привет. Ставрополю привет. От души вам хорошего отдыха. Спасибо, что подошли, ребят. Здесь у нас переодевалочки. А, почем, скажите, пожалуйста, лежачок? 200 рублей. Спасибо большое. То есть за 200 рублей вы можете снять лежачок, переодевалки под GMT. И, друзья, сейчас это просто будет бомба. Бомба-ля-бомба. Смотрите, что я вам покажу. Вы будете сейчас просто несказанно рады. Во-первых, посмотрите, сколько людей отдыхает. Красивых, классных и прекрасных, счастливых от того, что они отдыхают в самом лучшем месте GMT. Отлично. Смотрим сюда. Смотрите, какая красота. Все уже на море, это как вот настоящие вы подписчики. Ну и, собственно, море. Ну, ребят, ну 4 минуты. То есть, если бы не останавливался, ни с кем не разговаривал, то есть я не думаю, что дольше. Если дольше ходили бы, то напишите в комментариях. Ну что, здравствуй, морюшка! Это просто бомба. Просто без комментариев. Просто фантастика. Температура, да, у нас же все-таки видео такое, посвященное погоде. Смотрим. Температура воздуха 30. Сейчас, пока я буду молчать, вы узнаете температуру воды. Это будет крайне интересное и занятное зрелище, потому что вы сможете посмотреть, как отдыхают самые счастливые люди, которые приехали именно в Анапу, в GMT на отдых. Тут по утрам можно встретить дельфинчиков, они до сюда доплывают, если будете отдыхать. Это происходит довольно-таки часто, подписчики присылают свои видео, фото. Это прекрасно, что можно поделиться этой красотой со мной, потому что работает Telegram, WhatsApp. Другие соцсети в этом году, ребят, не тянут меня, просил прощения, поэтому ВКонтакте писать бессмысленно. WhatsApp, Instagram и Telegram. Быстрее всего ответ в WhatsApp.
Номер телефона есть в описании. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Все, я замолчал, давайте немножко посмотрим. Ребята, на 9.30 кто оплатил часовую прогулку, подходим, одеваем жилетика. На 9.30 кто оплатил, подходим, одеваемся. Это фантастические виды, согласитесь, что может быть прекраснее, чем то, что вы видите здесь и сейчас. Мне кажется, ничего, наверное. Попробую вот такую фотографию поставить на заставочку, надеюсь, вам зайдет. Температура воды почти 25 градусов. Великолепно? Я считаю, что да. Ну что, всем огромное спасибо за просмотр. Просили, давай ближе к морю, давай дешевле. Ну реально круто. С вами был Юрий Азаровский. Пишите ваши комментарии, будет интересно вас послушать. О том, как ай, что-то там не дотянуло, ой, там что-то не так. Это до моря пик сезона в городе-курорте Анапа. Пока.